и обнаружил эти видеозаписи в архивах местного МВД. Мы не знаем, кто их отснял. Впрочем, есть все основания полагать, что такие события действительно могли иметь место. Снежный теплоход «Феликс Дзержинский» отправляется в свой очередной рейс. Давайте все дружно помашем рукой Северному речному вокзалу и попрощаемся. Увидимся мы только в четверг. Ура! Дорогие друзья, на теплоходе «Феликс Дзержинский» есть добрая традиция. По знаменованию каждого круиза мы загадываем желание и запускаем вот эти вот волшебные шары в небо. И желания обязательно исполняются, погода уже замечательная. Итак, давайте на счет три загадываем желание и запускаем шары. 1, 2, 3. Ура! Я поздравляю всех с началом круиза! Дорогие друзья, встречаем дружными аплодисментами и кликами «Ура!» капитана администрации теплохода «Феликс Дзержинский». Пожелаю вам хорошего отдыха, приятного настроения и, конечно же, солнечной погоды. Спасибо. Директор судового ресторана «Кистень» Ольга Александровна. Добрый день, уважаемые наши туристы, коллектив нашего ресторана. Рад видеть всегда вас в наших уютных барах и ресторанах. Мы постараемся сделать ваше путешествие не только интересным, но и вкусным. Больше позитива, хорошей погоды. Мы работаем для вас. Пассажирский помощник капитана Дуревич Михаил Валерьевич. Уважаемые дамы и господа, от лица администрации круиза, разрешите поприветствовать вас на борту нашего теплохода. В нашем круизе не понадобятся ни шлюпки, ни спасательные жилеты. Круиз пройдет весело и непринужденно. Мы объявим, какие экскурсии у нас в нашем круизе набрались. Естественно, если вы едете только на основные экскурсии. Совсем недавно тут была толпа народу. А теперь вон сколько свободного места. А это Москва. Москва разрослась. Алло, мам. Мы, в общем, сейчас подплываем к Калязину. Тут очень красивые виды. Да-да, я все помню. Магнитик на холодильник тебе куплю. Все. Ладно. Ладно, давай, пока. Что это, черт возьми, за отстойный дизайн? Они не могли придумать ничего лучше. Видимо, еще со времен Советского Союза этот пароход не особо-то обновлялся. Так, надо бы выйти посмотреть, какая у нас погодка. Ух! Как прохладно-то! О, какой ветер! О, этот холодный ветер! Надо потеплее одеться! Что это за бедная пристань? Они что, не могли построить нормальный вокзал с залом ожидания и буфетом? Видимо, нет. Хотя, чего я хочу от города с населением 11 тысяч человек? Да, видимо, для этого города туристы очень редкое явление. И почему нас не встречают с хлебом и солью? Почему нас не встречают с хлебом и солью, медведями, балалайками и все в этом духе? Так, я буду жаловаться. Не камильфо. Ого, кошечка. В Москве бы из тебя давно сделали шаурму, а здесь ты жива. Итак, в общем, в этом городе я первый раз, и все, что я знаю, так это то, что здесь есть всего две достопримечательности. Санаторий и колокольня. Санаторий далеко,
поэтому я направляюсь к колокольне. Ух ты! Еще одна церквушка! Я-то думал, что ничего кроме санатория и колокольни нету, а там вот оно еще чё! Может быть, там как раз и остались вся хлеб с солью, м? Есть такое поверье. Если кто-то чувствует себя одиноко, подойдите к колокольне двумя руками, только непременно двумя. Прикоснитесь к ее шершавым стенам, и ваше одиночество закончится, так или иначе. Друзья, работа, увлечения, любимый человек, в конце концов. Ну, в общем, неважно, но одиноко вы себя чувствовать не будете. Черт возьми, что это за город такой? Я узнал только что, что здесь нет ни пятизвездочных отелей, ни ночных клубов, ни вообще никаких интересных развлечений. И еще ужасно то, что мы будем здесь торчать аж целых 2 дня! Что за дыру я попал? Мне надо немедленно как-то отсюда выбраться. Колокольня, если ты меня понимаешь, убей меня отсюда как можно скорее! Убей меня из вашего несчастного города! Как бывший житель города, я хочу сказать, что это место просто перенасыщено костями. Если вы копнете разок-другой в любом месте, то точно найдете чей-нибудь черепок или позвонок. И вообще, мне кажется, что мертвые до сих пор живут среди нас. Итак, со мной произошло только что нечто странное. Я очнулся в какой-то незнакомой части города. Серьезно, я здесь никогда не был, не знаю, куда идти. Последнее, что я помню, так это то, как в колокольню ударила молния. После этого я потерял сознание, а очнулся здесь. Я не знаю абсолютно, куда идти и что мне делать. Ладно, я попытаюсь каким-то образом найти пристань методом случайного хождения. Но я думаю, это очень маловероятно. Ох, слава богу, я нашел группу. Теперь мне точно ничего не грозит. Что это было? Опять меня куда-то перенесло. Опять мне надо куда-то идти. Черт! Итак, я добрался до реки. Думаю, если я буду идти вдоль берега, то мне удастся вернуться спокойно к теплоходу и опять оказаться дома. Эх, с ума сойти! Я блуждаю уже 3-й час, и все безрезультатно. Да что вообще за странности с этим городом? Ладно, здесь нету 5-звездочных отелей. Но тут вообще, я сколько ни хожу, не встретил ни одного жителя, за исключением той группы. Я никого не вижу. Город как будто бы вымер. И что интересно, нигде не горит свет. Что тоже наталкивает на определенные мысли. Ну да ладно. Вот, например, вот этот вот дом. Сейчас я подойду к нему поближе. Вот этот дом. Тут тоже не горит свет. Да тут вообще нигде свет не горит. Нету никаких признаков того, что здесь кто-то вообще живет. С ума сойти! Я даже не могу ни у кого дороги спросить. Вообще никого нету. Никого! Просто! Пусто! Пусто! Так-с, я тут гулял и наконец-то нашел церковь. В церкви-то точно хоть кто-нибудь должен сидеть. И вот тот, кто там сидит, у того я наверняка могу узнать дорогу из этого города. Но для начала к этой церкви нужно еще подойти поближе. Да, поразительно просто. Даже в церкви никого нету.
Хотя вот здесь вот стоят свежие цветочки около иконок. Да и видно, что ее приводят периодически в порядок. Но ни одной живой души я пока не вижу. А вот и единственное живое существо, которое я пока смог найти. Ладно уж, обойду-ка я церковь, может быть там кто-нибудь сзади есть? Да уж. Никого, никого. Может быть кто-то в алтаре сидит? Да уж. Кладбище, по всей видимости, очень запущено. Сразу видно, что им никто не занимается. Прошло 4 часа, где-то около. Я успокоился. Я опять включил камеру. Я не знаю, что происходит. Итак, я наткнулся на еще одну церковь. Но я надеюсь, хоть там-то хоть кто-нибудь будет, кто мне поможет. Ого, это музей! Так, я не могу понять. Это у меня... Только лишь цвет изменился в глазах. Или на камере тоже. Да, надо бы мне тут все внимательно изучить. Возможно, история города сможет пролить свет на то, что со мной сейчас происходит. Итак, что мне удалось узнать? Этот город, он буквально стоит на костях. Здесь было очень много сражений и души неупокоенных воинов. Они здесь все. Души неупокоенных воинов являются сильным источником негативной энергии. И чтобы эту энергию сдержать, хоть как-нибудь, необходимо было что-то построить. И это было построено. Они построили монастырь, который на протяжении столетий защищал город. Но советская власть его уничтожила. С тех пор в этом городе стали пропадать люди при невыясненных обстоятельствах. И это превратилось в самую настоящую норму. Теперь, по всей видимости, я пополнил их печальную статистику пропавших без вести. И это не есть хорошо. Ой, как не есть. Чёрт! Где оно? Где оно? Где оно? И опять никого нету. По ходу дела, я теперь точно здесь застрял навсегда. А теперь вы только гляньте, что я тут нашел. Я абсолютно не понимаю, что это тут делает. И оно выглядит довольно-таки странно и стрёмно. Ё-моё. Ё-моё. Какие-то вороны. На ветках деревьев. Кто вы? Ответьте мне, кто вы? Молчат. Это очень странно. Наверное, единственный способ вернуться назад... Это каким-то образом добраться до этой самой колокольни. А теперь... Меня зовут Александр Смирнов. Мне 23 года. Я был в городе Калязин во время круиза. И неожиданно я попал в абсолютно потусторонний мир. Возможно, я не смогу вернуться. Однако у меня нет другого выбора. Надеюсь, если не я, то хотя бы эту запись кто-нибудь найдет.
Послушай, я все понял. Ты меня специально перетащила туда, да? Или кто там тебе живет? Слушай, верни меня назад! Немедленно верни меня назад!